Специально оборудованный танк разгребает снежные завалы и громадные сугробы. Технику пустили на трассу, чтобы спасатели могли добраться до места страшной аварии. По сценарию учений на автодороге Байкал из-за гололеда столкнулись 19 машин. Некоторые улетели в кювет, в итоге пострадали 15 человек. Чтобы их вытащить, в МЧС и ФМБА задействовали десятки единиц техники. Столкнувшиеся машины тушат, пострадавших достают и эвакуируют. ТГУ «Спасатель», который базируется непосредственно в городе Красноярске, они прибыли со своими силами и средствами, с необходимой техникой для оказания и вытаскивания пострадавших, деблокирования пострадавших в автомобиле и возможностью транспортировки пострадавших непосредственно в буране с помощью саней. Возле места происшествия спасатели развернули командный центр и пункты обогрева. А на помощь тяжело пострадавшим вылетел специальный мини-вертолет. Эту технику в МЧС используют уже 3 года. Аппарат может летать со скоростью 150 км в час и незаменим, если нужна срочная госпитализация. Не только в подобных ситуациях. Она у нас и используется при поисково-спасательных работах в лесах, при мониторинге ледовой пожарной обстановки, лесопожарной обстановки в том числе. И, в принципе, очень неприхотливая по обслуживанию то же самое. И в готовность приводится за минимально короткое время. С эвакуацией пострадавших и расчисткой дороги от машин спасатели справились менее чем за час. Именно столько времени по нормативу им дается на ликвидацию подобных случаев на федеральных трассах. Александр Ловицкий, Всеволод Никитин, новости.